В области выросла колькость заявленных працоўных месцаў. Ситуация на рынку працы стабилизуется, патлумачылі у Комитете по працы, занятости и социальной обороне аблвыканкама. Предприемства и организации Могилёвщины стали больше пропоновать вакансий. На 1 липеня зафиксовали больше за 4860 вакансий. С початку года рост склал 35%, а коэффициент напруженности на областном рынку працы, это соотносность без працоўных и вакансий, понизился, что становча отбивается на ситуации. Сегодня запрошают специалистов у основному у сферу гандлю и послуг, на промысловые предприемства, у сельскую лесную господарку. Потом идет будавництво и ахова здоровья.